Ну что, давай быстренько попробуем сделать анимацию в 3D Max. И уже импортируем ее в Unreal Engine, потому что это очень долго будет, если я сейчас это тут разглагольствовать буду. Вот такой у меня поезд, я его из двух этих скрепил. Не знаю, бывает такое, не бывает. Просто для вида, короче, я взял, нашел это. Там дальше сами найдете, какой вам и конкретно нужен поезд, и его, соответственно, сюда вставить. И по вот этому руководству, которое я сделал. История простейшая. Я взял два бокса, они у нас имитируют, понятное дело, двери, да. Мы можем сделать, чтобы двери так открывались, можно было сделать одну. Но я хочу, так сказать, выкобелиться, короче. Она у меня будет вот так и вот так. Потому что мало ли что, вдруг дальше вам надо будет тоже что-то такое изобрести, а вы не знаете как. А тут я вам показал, и все, в общем-то, в порядке. Заходим. Значится, вообще надо сказать, что я сейчас нахожусь в центре, как видишь, да? То есть поезд сюда должен приехать. И я здесь установил палочку, да? Условный ориентир, куда поезд должен приехать, где он должен, точнее, уже остановиться и открыть, значит, нам свои двери. Так, с этим ясно. Переходим вот сюда. Есть такой треугольничек, да? Нам необходимо выбрать дамми. Дамми это дурачок, он... Я тебе сейчас покажу, наверное, в чем в отличие от костей. Вот. Берем, делаем вот так дамис. Да? Я нажимаю V для того, чтобы, возможно, возможность перемещения. И здесь внизу нам необходимо нулевые координаты выставить. Вот. Теперь он у нас ровно здесь находится. Его можно поставить наверх. Я его поставлю наверх для того, чтобы видеть его и потом взаимодействовать с ним, чтобы он не был там внутри. Банально просто, да. Зажимаю Shift, копирую один даммис, да. Зажимаю Shift, копирую другой даммис. Как можно, ты мог догадаться, это у нас уже двери, да. Я их поставлю вот здесь. И, ну, можно, конечно, дать им название, например, Left Door. Потом здесь у нас идет right door. А это у нас будет, ну, я не знаю, как корпус. Просто train я напишу, да? Train body. Тело поезда. Смотри. 5-секундные движения. Просто берешь вот этот, есть штучка, называется select and link. То есть выбрать и сцепить, да, там цепь. Нам необходимо этот поезд присвоить к этому дамис. Я зажимаю левой кнопкой мышки и тащу сюда. Теперь, видишь, у нас train body. Это наш дамис. Он завладел нашим мешем. Как это, значит, проверить, как это посмотреть? Я просто выбираю дамис и вуаля. Да? Ну, как видишь, наши двери пока не двигаются. Нам необходимо сделать все таким же образом с дверьми. Мы берем link and select and link. И вот так раз. Теперь это. И вот так два. Что это нам дает? Это нам дает возможность управления мешем. Да? Понял. Теперь, как нетрудно догадаться, нам нужно сделать как-то так, чтобы это все вместе, значит, ехало. И мы ничего проще не можем придумать. Как прилинковать эти дурачки дамис к этому дурачку. Вот. Я снова жму V. Выбираю дамис самый главный. И, как видишь, у нас полный порядок. Выбираю это по отдельности. Оно тоже работает. Да? Вообще, сколько там? 4 минуты прошло, и мы уже с тобой сделали все, что нужно. Теперь мы переходим к анимации. Поскольку наш поезд будет приезжать сюда, и очень важно, если ты делаешь, бери только за дамис, все, мыши здесь нет, только за дамис, вот. Если поезд будет приходить сюда, у нас есть вот под ориентир, да, то откуда-то же он должен, понятное дело, приехать, да. Это начальная точка, то есть поезд здесь будет спавниться, и отсюда он будет... DXMod, да? И отсюда он будет, значит, пролетать вон туда. Здесь необходимо установить автокей.
мы сейчас занимаемся анимированием, да? AutoKey что делает? AutoKey у нас, он устанавливает точку. Если я сейчас двину, он здесь установит ключ, да? Я перематываю вот эту штуку в начало, это начальная анимация. Начало анимации, да? И нам сейчас необходимо установить ключи. Раз. И здесь. Два. Видишь, тут появляются ключи. И здесь. Три. Готово. Теперь наш поезд будет ехать достаточно быстро. Он до сюда долетит. Здесь уже начнет останавливаться. И, собственно, остановится здесь. Прям вот медленно так, знаешь, прям как надо. Мы выбираем главный дамис, потому что мы будем тянуть за него. Поезд здесь где-то почти дойдет до перрона, да? Раз. Вот тут. Оп. У нас, поскольку включено в такие у нас уже это, да? Мы смотрим как-то по времени. Сейчас этот пролагает. Вот так. Да, к примеру. Вот. А здесь он у нас уже должен медленно остановиться. Я поставил последнюю, финальную точку, да, и здесь нам ничего не остается, как вот так вот потянуть. Вот, понятно, да? Нам сейчас необходимо будет, кстати, добавить, вот сюда заходим, давай сделаем вместо 100 длины, вместо 100 кадров сделаем 200 кадров, да, потому что анимацию двери я как-то еще не учел. Вот, как это выглядит? Давай посмотрим. Нажимаю play. Вот. Можно еще, конечно, повозиться, если хочешь. И его, ну, не знаю, сделать еще вот так вот. То есть, что получится? Вот он летит, тормозится и... Неправильно, блин. Похоже, надо вот эту штучку оттащить вот так, чтобы он медленно вообще. Во! Понял? Шикарно. Вот так. Но это все, конечно, неправильно. То есть он, ну, это нам не помешает. Все будет нормально. Теперь он у нас вот так вот остановился. Мы берем вот эти два bones. То есть сейчас наша дверь находится в спокойном состоянии, и нам необходимо поставить, зафиксировать это. Теперь наш поезд стоит. Мы отодвигаем вот так. Я беру за один из bones, дамис. Здесь я делаю вот так. Зафиксировалось. Здесь я делаю вот так. Зафиксировалось. Теперь понял, да? Теперь делаю так. И наша дверь открывается. Пожалуйста. Понял? Ну это же просто ёк-макарёк. Как сатиновые трусы. Ну, вот он подъехал. Ну круто же, ёк-макарёк. Вот и все, блин. Чё тут делать, а? 8 минут. Ё-моё, блин. 8 минут. Все, это первая анимация, которая будет. Важно зафиксировать положение. Давай сохраним. Важно зафиксировать вот это положение нашего поезда, вот где он остановился. С него же нам надо будет потом и стартовать. Мы делаем файл Export Selected. Точнее, просто... Нет. Надо сделать, выбрать вот так, и вот эти кости тоже выбрать. Файл. Экспорт. Selected, выбранное, да, нам вот это нам не нужно, вот это, поэтому я делаю Export Selected. И захожу вот сюда, и здесь, значит, пишу train аним прибытие, да, прибытие, ништяк. Теперь идем дальше. Нам необходимо... Это что такое? The following is only supported 3D Max. Map. У меня даже такого нету здесь, кстати. Это, наверное, ошибки вот этих вот моделей. Все будет работать, не переживай. Теперь
Нам необходимо сделать анимацию отбытия. У нас есть финальная точка. То есть мы берем сейчас наш вот этот дамис. Здесь я ставлю ключ. Да? Все остальное я хочу удалить. Сейчас я расскажу почему. Беру это. И остальное все хочу удалить. Да? Мы удаляем наши старые установки. Теперь у этого дамис и у этого дамис есть тут кадр. Мы его берем просто и оттаскиваем в начало. Для чего? Ну, теперь это начальная анимация, и здесь то же самое. Мы взяли просто этот ключ, перенесли его в начало, и теперь это уже у нас начало. Нам необходимо теперь сделать отбытие, да? Вот. Мы снова берем, у нас уже есть зафиксированные наши положения наших дверей. Мы просто сейчас берем, вот здесь, например, он должен дверь уже закрыться. Точнее, даже вот так, да? Мы здесь сделаем так. Тут, соответственно, сделаем так же. Автокей у нас все записывает. Вот так вот. Да? Здесь на 40-й обе двери должны внутрь заехать. Пшик. Угу. Даже вот так вот. Во. Есть, да, такая тема? Вот. Переключаемся на этот. С дамис тоже один ключ поставим. И вот с этого момента поезд у нас сначала пойдет медленно. Очень медленно. Он вот так, наверное, пойдет. Вот я жму play. А я не нажал play. Я жму play. Двери закрылись. И он медленно уходит. Потом здесь, значит, он у нас вообще втопит прям. Газулю в пол. Во. Наш поезд ушел. Вот. Наблюдаем. Закрывание двери. Поезд уходит. И все. Пока. Вот и все, в принципе. Да, здесь. Далее я все, это все в движок импортирую. Я, значит, это уже удаляю. Да? Z нажал. AutoK можно отключить. Выбираем вот так все. Файл. Экспорт Selected. И Train Anim прибытие заменяется тут на отбитие. Кого-то отбили. Сохраняем. Опять ошибки. А тут ошиб... А, нет, есть. Ну, я не знаю, что это такое. Как видишь, у меня здесь map нету. Поэтому черт с ним. Все. На этом с 3D Max закончено, да? Переходим в движок.